На заправках Украины рекордно подорожал автогаз. Средняя цена на сжиженный газ на автозаправках в Украине выросла до рекордного уровня в 16-23 гривен за литр. Розничная стоимость автогаза в Украине с 25 по 26 октября продолжила рост на 20-25 купель, достигнув исторического рекорда стоимости. Об этом в пятницу, 26 октября, сообщили в консалтинговой компании АПКО. Таким образом, средняя цена на сжиженный газ на АС выросла до 16-23 гривен/литр. Известно, что предыдущий ценовой рекорд был зафиксирован 22 октября, а до этого, в конце августа 2017 года, когда цены на заправках увеличились до 16,05 гривен/литр. Причинами подорожания сжиженного газа на заправках называют рост международных котировок, а также дефицит с импортными поставками. Ранее розничные цены на сжиженный газ за выходные выросли в среднем по Украине на 8 купель, до 16-17 гривен/литр. В начале октября стоимость автогаза превысила 15 гривен за литр. Напомним, по итогам прошлогоднего роста цен Антимонопольный комитет Украины обвинил ряд сетей АЗ в сговоре на рынке автогаза. Также АМКУ оштрафовал на 41 миллионов гривен сразу 5 крупнейших сетей АЗ за согласованное повышение цен на сжиженный газ в конце лета 2017 года. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmi-korrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.